Итак, народ, для тех, кто не понимает, как перехешировать, то есть обновить. Игра обновилась, нужно обновить саму игру, то есть торрентом. Значит, смотрим. Вот у меня стоит на примере Total Warhammer 2. Так, вот, например, я его тормознул. Вот, потому как я обновлял сам RIP. Значит, смотрите, у вас он, допустим, там раздается, либо что там. Вот, вы ее просто удаляете. Нажимаете кнопочку DLT. DLT, удалить. Да, удалили, так? Удалили. Вот, заходим на сайт, качаем вот уже новый торрент файл. 45, видите? Он уже гиг. Вот, я ее уже качнул. Открываем. Вот, открываем. Теперь показываем самом торренте. Желательно, если или BitTorrent используйте, либо QTorrent, потому как остальные там, это, как его там, зона и остальная эта хрень, короче, что, блядь, не оригинальная, она полностью затрет игру и обратно будет уже обратно полностью будет игру перекачивать. Вот, допустим, Origin, вот видишь, качает вот человек. Видите, вот качает человек, он просто уже правильно, он ее перехеширует, он на 80, на 90% он уже закачал ее. То есть он просто-напросто делает вот как я вам рассказываю. Вот, остальные, вот видите, они тупо-напросто взяли, удалили нафиг игру и качают заново. Смотрим дальше, то есть показываем путь к папке. Вот у меня папка, вот это есть торрент, вот здесь у меня рипы лежат. Вот у вас, допустим, там лежит где-то в Steam, либо еще. Допустим, если у вас вот мой офлайн Steam, и у вас там не одна игра активирована, а пару, открываете вот эту папку, вот, допустим, вот это, так? То есть, здесь у вас мой Steam, ну вот, сделаем вот так. Здесь у вас полностью Steam, который я вам активировал. Вот. Берем выбор папки. Под папку просто не создаем. Вот видите, уже сюда. Не создаем под папку. И тыкаем ОК. Все. Оно проверяет полностью все файлы. И уже потом уже после проверки всех файлов, он докачивает там, сколько осталось. Все. На этом хана. Спасибо за просмотр.